что же, мы начинаем с вами с фона для микс-медийной работы. Это очень интересно. Сюда могут пригодиться разные кусочки из журналов, из газет, из книжек старых, которые уже порваны. Это может быть у вас декупажные карты и рисовая бумага. Это может быть, вот как у меня, двухсторонняя скраб-бумага. А может быть просто газетные вырезки, из которых вы взяли какие-то интересные моменты. Итак, мы используем трафареты для работы и используем рельефные пасты.